Приветствую вас, исходя из вашего такого, знаете, вот несколько, я бы сказал, наверное, сумбурного, да, немножко рассказа, я могу предположить несколько вещей. Первое, что я могу предположить, это, наверное, навязчивые мысли у вас. То есть мысли, которые вот вас как-то вот постоянно, да, тревожат, постоянно вас беспокоят, постоянно вас нервируют, да, вот, и вы не можете там об этом не думать, образно говоря, да, то есть, как бы, вот, вы не можете там не думать, например, о тех вещах, которые, вот, ну, которые вы описываете, например. То есть вы не можете не думать о том, вот, что будет там после смерти и так далее, вот. Как бы, это вас тревожит вас это достаточно сильно. А что такое навязчивые мысли? Это, так сказать, результат, это следствие борьбы ваших определенных желаний и борьбы ваших определенных потребностей. Которые вы склонны к себе по той или иной причине подавлять. Ну, например, если вы чересчур зависимы от своих близких, родных, на это вы косвенно в своем сообщении указываете, то подавляться, вытесняться может как раз-таки желание побыть свободно от этого, желание быть свободно от других людей, в том числе от ваших близких. Вот, которых вы безусловно любите, вот, но которые чисто объективно могут несколько ограничивать вашу свободу и несколько не позволять вам реализовывать вот те вещи, которые вы хотели бы реализовать, да, вот. То есть вот может быть такое вот, ну, такое чувство, может быть, вины перед ними, гиперответственности перед ними тоже. Вот, то есть вариантов, в принципе, достаточно, на самом деле. Вот, и важно немножечко, чтобы вы обратили свое внимание вот на это. Это первое, на что хотелось бы указать. А второе, на что хотелось бы указать, это на страх смерти, страх того, что будет после смерти, смерти такой экзистенциальный голод или экзистенциальный вакуум, как его иногда называют.
у вас имеет место быть. Это связано с некоторой пустотой в вашей жизни, это связано с тем, что ваша жизнь относительно не заполнена ничем таким вот важным для вас, я имею в виду, и, соответственно, из этого вы волей-неволей думаете, что там будет дальше. Вот. И, соответственно, это не может вас не пугать. Я думаю, что несложно догадаться о необходимых действиях в этом случае. Первое необходимое действие – это нужно поработать с вашим смыслом жизни, наполнить его, потому что, ну, на мой взгляд, он у вас, мягко говоря, вот, отсутствует. Да? Вот, поработать с вашей реализацией себя, вот, чтобы вы обратили внимание на то, что вы можете себя реализовывать, на то, как бы вы хотели себя реализовывать, возможно, да, то есть вот на все эти вещи можно и нужно обратить самое пристальное внимание. И когда и если это будет вами сделано, страх будет постепенно уходить, и он будет уступать место немножечко другим, более таким, ну, более актуальным вещам, понимаете? Сейчас эти вещи, не совсем, я бы сказал, актуальны. Сейчас эти вещи, я бы сказал, слишком абстрактны, может быть. Сейчас у вас нет причин, чтобы жить, проживать свою жизнь. Но момент, важный момент заключается в том, что только если человек живет полной жизнью, его не посещают мысли о том, что будет после, потому что ему некогда об этом думать, он как бы слишком, ну, слишком занят, да? Вот. Вы же, соответственно, оказались немножечко в другой позиции, да, немножечко в другой ситуации, соответственно, ну, вам в этом нужно помочь, как мне представляется. Вот. Это то, что я могу вам сказать прямо сейчас. Прямо сейчас, с точки зрения психотерапии, психологии, психотерапии. Вот. Значит, так, что еще? Мне пока нужно постоянно быть, как мы тут делаем постоянно, чем так мы нужно постоянно, пожалуйста, помогите. Ну, я думаю, что здесь у вас есть некоторая тревожность, вот. Как мне кажется, есть некоторая тревожность у вас. Я бы предложил бы в первую очередь, конечно, поработать с тревожностью. Вот, чтобы подобрать, с чем связаны вот ваши
такие реакции, да, Фелден, такое ваше восприятие. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим образом для вас.